Здравствуйте, друзья! Современный солдат может попасть в средневековье только в российской беллетристике, модах для Mount and Blade или новой игре авторов Road Redemption. Стратегический экшен King Makers предлагает узнать, что сильнее – мечи, луки и лошади или автоматы, гранатометы и вертолеты. Придется не только сражаться, но и отдавать приказы и строить укрепления. Все это в одиночку или в кооперативе на четверых. Обещают невиданный уровень симуляции за счет продвинутой процедурной анимации и многопоточного искусственного интеллекта, просчитывающего поведение тысяч воинов. Kingmaker спальнет свинцом по железу когда-то в этом году в раннем доступе Steam. С вами Games Blender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Сегодня расскажем, что показали на Nintendo Direct, куда пропадала Little Devil Inside и почему авторы Helldivers 2 советуют не покупать игру. В последнее время разработчики все чаще отказываются от физических релизов ради экономии. Полный переход на цифру пророчили и Xbox, но слухи не подтвердились. В интервью изданию GameFile Фил Спенсер заявил, что диски никуда не денутся, а часть ответственных за это отделов распустили из-за оптимизации после слияния с Activision Blizzard. Руководитель похвастался, что бизнес-подразделение растет и на ПК, и в облаке, несмотря на общую стагнацию индустрии. В последние два года наблюдается крупнейшее замедление роста игропрома за последние 30 лет. По данным Newzoo, в 2023-м совокупные доходы прибавили всего 0,6%. Пик роста пришелся на времена ковидной изоляции, а теперь набрать прежние темпы мешают и отсутствие новых консолей, и падение продаж смартфонов, подкосившее мобильный гейминг, и глобальный спад в экономике. Как говорит Спенсер, сейчас особенно важно найти новые способы привлечения игроков. Одним из них станет перенос эксклюзивов на другие платформы. Первые анонсы прозвучали в свежем выпуске Nintendo Direct. 16 апреля на Switch и два поколения PlayStation придет микровыживалка Grounded, а средневековый детектив Pentiment уже доступен на этих консолях. Также на волю вырвутся Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, но они попадут только на PlayStation 5 18 марта и 30 апреля соответственно. Главным событием недели стала премьера геймплея дополнения к Elden Ring. Анонсированная год назад Shadow of the Earth 3 перенесет действие из Междуземья в Земли Теней и расскажет полную драм и интриг историю о Микелле Неомраченном и королеве Марике. Обещают 8 новых категорий оружия, новое снаряжение, навыки и больше 10 битв с боссами, включая предельно хардкорный, на уровне боя с Малении. В целом аддон рассчитан на закаленных игроков, так что лучше проходить его под конец основной Elden Ring. Карта будет чуть больше Замогилья. К привычным открытым зонам и подземельям добавят промежуточные локации нового типа, которые помогут разнообразить дизайн уровней. Не обойдется и без ядовитых болот. По признанию Хидетаки Миядзаки, во время работы над дополнением он понял, что ему нравится создавать такие локации, и игроки это почувствуют. Отправиться туда, где тени не исчезают в полдень, можно будет 21 июня на ПК, PlayStation и Xbox. Предзаказы открылись в том числе в российском Steam. Подтверждена текстовая локализация. В тот же день на всех актуальных платформах выйдет новое издание Shin Megami Tensei 5. Ролевая игра не только потеряет статус эксклюзива Switch, но и получит дополнительную сюжетку, локации, демонов и множество улучшений. 12 марта туда же нагрянет Contra Operation Galuga от авторов Contra 4, которая уже обзавелась демкой. А 14 марта сборник из двух классических шутеров Star Wars Battlefront с новыми картами, героями, расширенным режимом Hero Assault и онлайновым мультиплеером на 64 игрока. Для тех же платформ анонсировали Disney Epic Mickey Rebrushed, ремейк платформера 2010 года для Wii от создателя Deus Ex Уоррена Спектора. Он ожидается когда-то в 2024-м, как и новый эксклюзив Switch — Ender Magnolia, сиквел мрачной метроидвании Elder Lilies.
15 марта на гибридной консоли появится Kingdom Come Deliverance, а World of Goo 2 заглянет не только на Switch, но и в Epic Games Store. Но локальный кооператив на четверых заявлен лишь для систем Nintendo. Гурманы, знающие вкус хороших головоломок, смогут пройти 64 новых уровня. Также сиквел порадует новыми видами шариков и реалистичной имитацией слизи. Проверить, не слизьком ли скользким стал геймплей, можно будет 23 марта. Helldivers 2 продолжает ставить рекорды в Steam. Онлайн превысил 450 тысяч человек. Это выше максимума всех других доступных в магазине игр PlayStation вместе взятых. Столько не собирали даже GTA 5 и Among Us. Но серверы не справляются, и пока разработчики повышают вместимость, на помощь приходит добродушная антиреклама. Глава Arrowhead Йохан Пилистент посоветовал повременить с покупкой шутера. «Если вы потратите последние доллары и застрянете в очередях на серверы, меня это расстроит», — признался он. «В Blizzard? Его бы не поняли». Gearbox устроила внезапный камбэк. Компания перезапустит шутерную моба Gigantic 2017 года, где командам помогают огромные существа — хранители. Несмотря на хорошие отзывы, ее аудитория быстро перетекла в Overwatch, и игру закрыли через год после релиза. 9 апреля на ПК, PlayStation и Xbox выйдет издание Rampage с новым контентом и улучшениями. Но это будет уже не free-to-play, а платный проект за $20. В Steam началась закрытая бета. Неожиданно о себе напомнила и Little Devil Inside. Приключенческий экшен о поиске паранормальных явлений в причудливом стимпанковом мире профинансировали на Kickstarter 9 лет назад. Но в 2022-м корейская NeoStream перестала о нем рассказывать. Как оказалось, проект пропал с радаров из-за творческих разногласий создателей, но теперь они позади. Команда подросла и перевела игру на 5-й Unreal Engine. Обновленную графику показали в новом ролике. Будут сражения, стелс, прокачка, торговля, транспорт в виде осла, машины и поезда, а еще кооператив. Все это когда-то на ПК и PlayStation. Запоздалый привет передала и Die by the Blade. Тандем из словацких и японских разработчиков собирался выпустить экшен про самурайские дуэли в прошлом году, но помешал конфликт с издателем. Студия вернула себе права на игру и нашла нового инвестора, из-за чего релиз на ПК переехал на 16 мая, а консольный — на октябрь. Будут одиночная сюжетная кампания и мультиплеер. Ставку делают на реализм. Полосок здоровья нет, а убить можно с одного выпада, так что придется научиться парировать и отточить реакцию. Если вы завидуете талантам нашего монтажера, это ваш шанс сделать веселую нарезку. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске, друзья!